Так, после собрания, после богослужения обедают. Молодцы наши. Женский батальон. Ни одного мужчины за столом нет. Как же так? Куда они подевались? Два, три. Ах, там отдельно. Все как по-грузински. Женщины отдельно. Еще вам подали на стол-то. Борщ был, ну, постный, естественно. Потом уха была. Макароны с рыбками немножко. А это что вот это? Это как бы пирог такой с ягодами. С яблоками. С ягодами. Вот это, не надо. Ягоды потом, есть уже так, витамины, чтобы были. Потом дальше, вот морковка, морковный пирог. Морковный, ну это хорошее дело. А вот иногда варенье кладут, это не надо. Когда варенье варили, уже переварено. Теперь второй раз, там еще нету. Отдельно баночку дай. А пироги с картошкой или с морковкой? Пироги с вареньем не делайте никогда, это неправильно. Варенье уже переваренное было, а теперь снова в пироги его замотали и опять варят. Там ничего в нем нет уже. Это только вон Устиновым щушкам отдать, там, поросяткам. Как мы вас понимали? Эх, какие у нас хорошие сестры. Вот это американцы приехали, тогда у нас тут были. И говорят, какие у вас сестры красивые. Я говорю, а платки красивые. Платки, да. А платки-то снимут, так они такие же, как ваши. Это есть житие святого Христофора. Он был сильно красивый. Женщины от него приходили в нехорошее состояние. И он стал молиться, Господи, дай мне такой лик звериный, что был, боялись меня они. И он сделал ему собачье лицо. Он разговаривает, а и на иконах так и рисуется. Человек с собачьей головой. Сохранит. Христофор. И у него вид был такой страшный, когда призвали его на допрос, его допрашивал там, который егемон. Он его увидел и со страху упал, обморок попал. Прокурор свалился. И вот они, его эти африканцы любят, он африканец был. И вот, говорит, приехал русский священник, а русский белый. А у них, когда человек умирает, то у него начинает белеть. А у нас, наоборот, сереть. И в смерти они очень похожи, уже люди делаются. А они вот так вот, прихожане, за священника-то склонились и за него выглядывают. Русский-то как мертвец восстал, белый. А он им говорит, не бойтесь, это только сверху они такие, а внутри они такие же, как мы. Черные такие же. Ну, наелся? Как это говорят, Крылов ел, говорит, 6 блюд, Иван Андреевич. Вылазил за стола и говорил, много ли человеку надо? Да, туда. Ну что, сестры, так-то все, да? Да. Давайте встанем. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и земли твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришел, и спаси мир дая им. Приди и спаси нас. Спаси, Господи, помилуй раз своих милующих, питающих нас. Спаси и помилуй всех страждущих, болящих, в темнице сидящих, нищих, сирот, вдов, священство, иноческий чин, притч церковный, вся православные христиане. Избави их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные. И полезная душа в нашем сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Христос. Ну, слава Богу. Я гляжу, кто как кланяется. После обеда там поклон большой не сделаешь, если... Ну, ладно. Во славу Божию. У меня нет баночки. Немножко подзаправились, теперь нужно... Я Василия попроведаю. Все там. А. Василий, закончил ли с Василием, посмотрим. Снимите его. Машину ли Василий? Василий, посмотрим. Пойдем. Так Василий поел, нет? Нам нужно отдельно сейчас записать пока. Ты опять, мы все из-за стола уже вылезли, Василий. Так узок отдаем. Ты, он вместе сел со всеми? Раньше. Ты еще раньше сел? Ну мы все вылезли. Ну что ты давишь, на одно место давишь и давишь, сидишь. Да он сухой. Ну переверни, если надо разрешите, тебе. Разрешите, пожалуйста. Переверни. А там корочка. Там корочка. Что делать тогда? Там корочка. Горбушка. Ну хоть горбушка, ты не брал бы ее. Опять один сидишь, и из этого состояния не выйдешь. Он, видишь, упорный какой. Ну бить надо только. Вставай. Так, что-то делом пришел.
Ты в левой руке всегда кусочек держи, чтобы тебя не падало мимо. И на чашке не склоняться. Ты это знаешь порядок? Да, тут неудобно теперь. Ну, причину всегда можно найти. У тебя на все есть отговорки. Ты человек из одних отговорок. Понимаешь, я говорил всегда, чтобы вместе со всеми вылазить. Мы около тебя-то стоять будем. Ты сейчас нам нужен. А ты ни на кого не смотришь, что у нас работали. За стол сели, вылезли, один сидишь. Не можем мы тебя ждать одного.